всем привет, привет. Приступаем к новому шедевру новогоднему, предновогоднему. Приглашаю вместе со мной. Поищите в своих закромах такие заготовочки, возможно, где-то на барахолке, возможно, в отделе игрушек. Это не сложно, это недорого, зато будет красиво и интересно. Приглашаю с собой. Показываю, что нам пригодится. Сегодня я решила поснимать так. Машинку убрала свою. Видите, как у меня тут все устроено. Ниточки нам мешать не будут. Инструменты по ходу буду добавлять. Покажу, как я покупала где осликов. Ослики совершенно новые. Если ими играли, то очень мало. Там это не ослик, ну, ослик, я прошу прощения, и лошадка. Было еще там коровки, все на свете. Готовы, берите весь набор. Ну, видимо, у кого-то была коллекция. Ну, мне коллекция не нужна была, поэтому необходимое взяла. Я купила краски, белая и коричневая. Но так как коричневая очень светлая, я взяла еще черный металлик. Посмотрим, что это будет, смешаю. И из прошлой жизни у меня вот такой лак медиум. Он должен быть полуматовый. И вот такой стекловидный лак. Лак медиум, я, может, сказала, клей. Вот такой набор инструментов. Кисточка, по-моему, уже у меня единственная осталась. Я все подарила своему внуку, ему 5-й год. Он у нас талантливый мальчик. И увлекся рисованием и лепкой. Я думаю, мне пригодится. Опять же, шнур жутовый. И наждачная бумага. Сейчас я еще принесу средство для снятия лака, чтобы обезжирить своих осликов. И вот такая, видите, тележечка нам пригодится. Это я тоже купила там же. Тоже была целая коллекция, несколько разных наездников. Но купила то, что мне захотелось. Вот мое место съемки. Сегодня я снимаю на Lenovo. Иногда на Mimax, иногда на Lenovo. Ну и за освещение иногда страдает качество. На улице день, как всегда, на потолке свет. Ну, в общем, как-то так. И фонарик в телефоне. Все, приступаем. Я буду показывать либо ускоренно, либо этапами. Ну, посмотрим, как получится снимать. Ну, ты посмотри, что делается. Утащила, спряталась. Я тебе сейчас дам. Ух ты, какая хитрая. Мама работать будет. Вы видите, какое есть счастье. Ой, я тебе потом новую куплю. Мы вместе пойдем, и ты выберешь. Все. Я надеюсь, все в кадре. Сейчас я еще раз посмотрю обзор. Где держать свои руки. И будем приступать. Сразу все приготовлю. Хотя, конечно... Так, это пока не открывается. Пусть постоит, значит, в сторонке. Так, что нам нужно сделать первым делом? Как хорошо, что у меня здесь есть добавочный столик. Долго, конечно, акриловые краски держать не стоит открытыми. Но... Нам для дела. Я купила их только для того, чтобы воплотить свою идею. В общем-то, это, как сказать, не совсем идея моя. Это все придумали до нас. Я даже печалку не буду удалять. Слегка так почищу. Собачка моя пришла, услышала пищалку. Она очень любит пищалки. Она очень сильно охотилась за этими всеми животинками. Да, лапусенька? Сейчас мы еще принесем ацетончик. Ацетончик-то мы и забыли. Так, похоже, я себе и маникюр как раз сниму вместе с этим слоем. Ой, какие. Я тебе потом куплю такую пескляву. Ты же выколупываешь сразу все пескушки. Ты прям... Знаешь секрет пескушек. Так вот. Технику эту придумали давным-давно до нас. Мы только ею воспользуемся. Идею я подсмотрела года 2 тому назад, еще когда не занималась
Ютубом. Присмотрела идею декора. Думала, внук подрастет, мы с внуком сделаем. Ну, внук пока не дорос. Сидите с бабушкой вместе. Декупажится и кракелюрится. Ну вот. Да, к сожалению, кракелюр у меня высох. Поэтому будем исходить из того, что есть. Кракелюровый лак у меня высох. ПВА я не держу, только по необходимости покупаю, поэтому я его не люблю. Так, следующий этап сейчас будем делать. На всякий случай нам понадобится ветошь. Она понадобится. Так, значит, что мне... Она уже утащила. Мама дорогая, пока я нажала на стоп... Ну, что собака притихла, гляньте, утащила одну игрушку. Нет, это надо снимать отдельно. Сейчас я засниму. Это надо снимать отдельно. Она, мало того, что она утащила. Ты посмотри, что делается. Ну, ты посмотри, что делается. Утащила, спряталась. Я тебе сейчас дам. Я тебе сейчас дам. Ух ты, какая хитрая. Мама работать будет. Вы видите, какое есть счастье. Ой. Я тебе потом новую куплю. Мы вместе пойдем, и ты выберешь. Все, работаем. Простите. Текай, текай. Ой, боже, она аж трясется. Вот так вот, видите, как бывает. Так, мне нужно все это дело хорошенько обезжирить. Чуть-чуть потерли. Это можно сделать спонжем, но спонж может оставить, знаете, следы. О, краска снимается. Боже, я сейчас буду вся еще и синя-коричневая. Спонж может оставить ватные следы. Что я хотела сказать вам. Поэтому лучше тряпочкой. Но тряпочек сразу заготовить побольше. Фу, лаки, не надо лезть сюда. Давай еще попробуем вот этим средством. Их обработать. Так я же тебе и говорю, лучше не лезь. Вот, не нравится теперь ей. О! О, из клеенки снимется слой. Из ишака. Это средство для снятия гелевого лака. Мне хочется просто посильнее обезжирить. При этом мне очень не хочется. Испортили клеенку, но ничего страшного. Ну то я теперь точно знаю, что оно ядреное. Так, на подоконник его ставить нельзя, пусть тут постоит. Так, сейчас я сейчас останусь без маникюра, точно. Придется восстанавливать маникюр после съемок. Ну ничего страшного. Лакусенька, я потом тебе... Так, это нельзя никуда положить. Ладно, положим сюда. Так, все, это мы сделали. Кто помнит, что я еще оформляю пенсию, вернее, я уже поздавала все, то мне как раз позвонили и сообщили, что готова справка, исправление моей ошибочки, которую допустили когда-то давным-давно, случайно, в отделе кадров. Так, что мне нужно сделать? Мне нужно сделать как можно более темной коричневую краску. И у меня, так как я на самом деле очень часто занимаюсь разным рукоделием, гораздо чаще, чем это показано в видео во всех моих, то я хочу сказать, что у меня, видите, давным-давно есть такие заготовки, баночки, разведенная краска, остатки. Потому как я достаточно часто занимаюсь рукоделием всевозможным. И не все входит в эфир. Ну, просто есть какие-то дубли, есть какие-то заказы, которые я не показываю. Одно и то же я не показываю. Ну, во всяком случае, не часто. Не частить. А так как я всего около года нахожусь в эфире, я особо повторов еще не делала, начну попозже. Начну делать это позже. Во-первых, когда будут, может быть, вопросы. Видео на канале у меня уже достаточно много. Так, не хочется пачкать. Не хочется пачкать мне черную краску коричневой.
Иногда бывает, просят что-то повторить. Может быть, актуально что-то будет для повтора. Пока что идей у меня достаточно, чтобы не повторяться просто так. Поэтому показываю я пока что не все. Так, ну что, потемнело. Мне хочется доставать свои еще краски, которых куча где-то стоит. Так, белую я пока прикрою. Достаточно коричневый, хотя нет, хочу еще. Придется все-таки кисточкой залезть. Не люблю я пачкать. Она не так уж дорого и стоит, чтобы ее настолько экономить, чтобы пожалеть запачкать. Когда мы только начинали декупажить и проводить мастер-классы у нас в клубе рукоделия в Донецке, то, конечно, все эти красочки стоили несколько дороже. Сейчас это все так доступно и очень дешево. Так, ослик, ты будешь первый. Я не знаю, как долго он будет сохнуть, я уже не помню, но это можно ускорить феном. Я его сейчас намажу. Вот, казалось бы, и обезжирили тебя, а красочка ложится неровно. Ну, сделаем несколько слоев. Все, что уходит из кадра, я потом либо вырежу, либо это будет, я уже говорила, ускорено. Да, все-таки там, где я тщательнее прошла наждачком, красочка ложится. А там, где было труднодоступные места, она не очень укладывается. Ну вот так, пусть сохнет. Так, я сейчас тогда посильнее потру. Хорошо. Боже, а охотница тут как тут. Маркуся, ну прости, я же хочу, во-первых, не затягивать особо время. Поэтому с тобой мы сегодня позже поиграемся, моя дорогая подружка. Не нужно прыгать. Не стоит, не советую. Так, руки уже грязные. На ослика уже красочка укладывалась. Нет, моя милая, нет. Тебе придется. Я сейчас принесу фен, и ты будешь прятаться. Ты же его не любишь. Слышь, эти требуют. Разговорчивая моя собачка. Требует отдать ей игрушку. Куда ты знаешь, что это игрушки? Она как увидела их, давно охотится. Я их так спрятала далеко, что сама еле нашла. Самое главное, свой белый домашний костюм льняной не залить краской. Да, Макусь? Это будет печально. Ну, все, идем за феном. Просушила чуть-чуть я их феном, но хочу, чтобы они еще сами подсохли, потому как руками я их стараюсь не брать, пока они еще несколько влажные. Так, и, наверное, мне же нужно еще вот эту тележку покрасить. Я ее выпустила из виду. Так, ну все, пусть теперь все досыхает. Наверное, я дам с полчаса. И следующий этап. Ну что, все у меня просохло. Досушила я феном. Сейчас будем делать следующий этап. Мне понадобится кусочек воска. Это огарочек свечи. Сейчас мы это дело... натрем. Натираем, где натрется. Это будет эффект состаривания. Надеюсь, красочка держится нормально. Не хочу, чтобы и сильно облезли коричневые цвета. Ну, сейчас тряпочкой лишнее снимем. Так, ну и, собственно, нашу тележку. Надеюсь, я в кадре слегка все-таки вымазалась. Хотя тележку сушила особо. Она, пусть она пока досыхает. Так, ну что? Сейчас я крашу белой краской. Белая краска гуще. Нужно было мне и коричневую, конечно, посильнее размешать. Но я ее в два слоя проложила. Сейчас мы сделаем белую. Так, сначала внутреннюю часть, потому как я потом поставлю и смогу спокойно докрасить. Простите, если выхожу из кадра, ну, суть ясна, поэтому и так тянусь. Не знаю, как я это буду фотографировать, на чем и как. Всегда очень хочется, чтобы были красивые фотографии. А когда белая, очень сложно белая и черная снимать. Делала опять плащи на заказ черные уже к Новому году. А снимать не стала. Ну, черное снимать, да при моем освещении шикарно. Может быть, опять на ком-то получится заснять. Если кто помнит, там, где я показываю свои тыковки, стоит моя приятельница в плаще в черном. Это шила я. Вот эти плащи я имею в виду. Так, ну, надеюсь, то, что нужно. Следующий
Конь. Конь и ослик. Краска как будто бы густая, а вот плотность у нее невысокая. У коричневой, даже при том, что я ее развела, плотность была покрытия лучше, как мне кажется. И здесь пахнет ПВА. Так почему, что я купила краска. Я думаю, может, я клей ПВА купила. Думаю, что это краска. Я как будто бы губкой. Как будто не кистью, а губкой. Ай, все поставила. Так, я закончу уже без записи. Ой, хотя запись тоже можно включить. Хочу напомнить всем своим гостям, кто первый раз у меня в гостях на канале. У меня есть группа ВКонтакте, скоро будет группа WhatsApp. У кого есть желание, пишите в личку, в Инстаграме, ВКонтакте. Позывные те же. Мила Бали, присоединяйтесь, подписывайтесь, пишите в личку. И будем с вами общаться, группа в WhatsApp. Поэтому пишите, ставьте свои фотографии, свои работы ВКонтакте, в группу. После Нового года или до Нового года получится ваши работы, покажу своих подписчиков. Или после Нового года, после марафона, после моего личного рукодельного. Мне приятно, что вы делитесь своими работами у меня в группе. Я для этого и открыла, чтобы мы могли друг друга похвалить и поаплодировать друг другу. Машина самая сложная. Я думала, машина будет самая легкая в покраске. Боже, маникюр придется вечером переделывать. У меня куча завтра встреч и свиданий всяких. Вообще не важно. У меня куча идей с шитьем, спицей, что бы я еще хотела сделать. Да мне хочется и коврики повторить, пиццу. Косметички ждут, полотна уже сделанные, 5 или 6 полотен. Ждут своего часа. Но тут мне захотелось новогодние всякие пошивушки, рукоделочки поделать. Поэтому, ай, ослику нос смазала. Поэтому я шитье пока отложила, пиццы. И сумку хочу еще делать. Не одну даже. Разные, крупные, мелкие. Поэтому присоединяйтесь. Будем вместе с вами изобретать каждый свой велосипед. Синель очень нравится. Но синель я буду весной осваивать. И джинсовая синель очень нравится. Вообще с джинсом очень нравится работать. У меня куча еще лежит идей, что мне нужно утилизировать. Ну что, придется опять полдня ждать, покуда все это высохнет. Потом уже феном досушивать. Потому как я хочу еще один слой сделать. Мне как-то, я смотрю, мне маловато этого слоя. Прикрыть пока все, чтобы ничего не засыхало. Слой у меня есть. Ну все, ждем, пока высохнет. Попыталась снимать на Lenovo. Почему-то сегодня Lenovo мой сошел с ума. Краска белая оказалась до такой степени плотная. Прям такое впечатление, как будто бы масляная, знаете, так плотно держится. Очень сложно мне нулевочкой снимать некоторые места. Где-то нулевкой поснимала, где-то даже просто взяла и коричневой красочкой, кисточкой чуть-чуть так. Этого я вообще не стала чистить, потому что... Ну, снимается просто как пленка. Поэтому я попыталась вот красочкой коричневой тоже поплямкать чуть-чуть. Ну, пока то, что есть. Ослика я еще не приступила. Хочу найти крупную наждачку, попробовать крупной наждачкой. В общем, пока вот то, что у меня получается. Так, не будем делать рекламу варенью съеденному. Пока вот то, что у меня получается. Вот, видите, утро. Не очень раннее, но утро. Представляете, такая тепень. Опять у меня свет, опять у меня фонарик. Ну, в общем, пошла искать наждачную бумагу. Думала, за один день сделаю. Я так подозреваю, дня три буду возиться. Ну, зато что-то выйдет у нас интересное. Резина. Хочу пластмассу. Да я все пообходила. А вот тут зверя. Вот. А ручка есть, допустим? Вот тут где ряд яиц, а угловая точка с правой стороны там. Замки и ручки у него всевозможные. А мне нужно что-то типа сам. Так, ну мне достаточно обдирашечек на моих заготовочках. Что я хочу сделать? Я не хочу делать патину зеленую. У меня оказались с давних запасов бронзовые косметика, не знаю даже как сказать. Это и тени, и в пудру добавлять такой медный мерцающий. Я хочу добавить меди, потом покрасить лак, покрыть лаком. И посмотрим, что из этого получится. Кое-где задирашечки, я их буду убирать.
теней этих у меня много. Вот они, целая баночка. Стоят они, насколько я помню, где-то с 2003 года у меня. Косметикой я пользуюсь крайне редко, только по особым случаям. У меня аллергия, я не хочу ее стимулировать, поэтому крайне редко. Хожу просто красивая, без косметики. Поэтому запасы косметики у меня, то Мэри Кейс, как кто-то мне там пишет на другой гаджет. Задержалась я со своими съемками. Ну ничего. На периодичность выхода моих видео это не отразится. Это только на бардак в моей мастерской отражается. Дольше он у меня тут находится, этот бардак. Ничего страшного, к Новому году. Дня за три я буду заниматься только уборкой мастерской, уборкой своей квартиры, всего, что нужно поубирать. Эту лошадку, о, мне так даже больше нравится. Я не знаю, видно или нет, на лошадке я присыпала посильнее, прям так здорово. Сейчас я ослика еще раз перекрою. Патина тоже красиво смотрится, но что-то мне не очень хочется. В некоторых случаях она мне нравится, а в некоторых случаях я люблю всякое золото и металлический блеск, поэтому как раз и баночку обчищу. Там засыпалась у меня вся. Очень хорошего качества была косметика, так как я крайне редко пользуюсь. Я ее покупала, я делала макияжи свадебные на заказ в свое время, когда я могла себе позволить больше ходить и напрягать свою спину. Ой, мама дорогая. Я еще подрабатывала, мне нравилось. Я всегда подрабатываю тем, что мне нравится заниматься. Я быстренько это умею сразу делать. Даже не скажу, что учусь. Я просто сразу умею делать, если мне что-то хочется делать. И зачем просто так развлекаться? Я сразу начинаю этим зарабатывать. Зарабатывать недурно. Так, все, осталось покрыть лаком. Лаком покрою, наверное, на ускоренном. Никогда не повторяйте за мной то, что я сейчас делаю. Ну, просто мне этот лак уже, он уже так давно, что мне его израсходовать. И я поэтому туда ныряю кисти. Вообще, конечно, лучше налить. Очень мне нравится эффект, когда лак попадает на эту металлическую, как сказать, на пыльцу, на эту металлическую, на тени. Нравится мне этот эффект. Простите, я ухожу из кадра. Перекрывать лачком будем несколько раз, потому как я держу руками и не везде могу. А хочется все-таки качественно, потому как этот декор я поставлю, чтобы он меня радовал. Ну вот у меня вечерняя съемка. Бакуся не лает. В подъезде шумят. Высохли мои лошадки-ослики. Простите за лай. Высохла наша упряжка. Сейчас мне нужно приготовить груз в упряжку. Нарезала ленточку, так как широкая ленточка мне не годится. Вот. Разрезала в две. Смазала ее лаком для ногтей бесцветным. Вот такие бантики сделала. Вот такие еще полосочки. Сейчас покажу, куда я их приспособлю. И я сейчас горячим пистолетом все приклею. И буду показывать по ходу приклеивания. Потому как прицепить сейчас не могу камеру. С другой стороны свет просто стоит. Поэтому исхожу из того положения, которое есть. Вот она, помощница. Вот она, помощница. Сейчас закончится стирка, будешь купаться. Сначала приклеила им такие упряжечки. Так, ну вот, смотрите. Украсила я своих извозчиков. Сейчас греется опять пистолет. Я приклеиваю последний мазочек. И уже показываю все в готовом виде. Прошу прощения опять за свою съемку вечернюю. Ну, у меня очень насыщенная жизнь, очень насыщенный белый день, поэтому приходится вот так работать. Все, сейчас последние мазочки, и потом все показываю, объясняю, показываю красоту. Так, ну, показываю окончательный вариант. Этот мешочек мне не пригодился, пришлось сделать побольше мешочек. Естественно, я его приклеила на пистолет клеевой. Продела уже веревочки сюда. И сейчас буду показывать вам всю композицию. Надеюсь, вам очень понравится. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новинки. Я с вами делюсь безвозмездно своими фантазиями и тем, как я это делаю. Такие же позывные у меня и в Инстаграме, и в группе ВКонтакте. Подписывайтесь, заходите в гости. Всех люблю, всех жду, всех с наступающими праздниками.